Приветствую вас, дорогие зрители! Вы на канале 161.ru, с вами корреспондент Галя Нетребина. Мы находимся на первом в Ростове Юг Мотор Шоу, тюнингованные машины. Вот это... А стреляют там военные, на военных мотоциклах, мы позже к ним подойдем. Посмотрите на этот салон. Порч. Деревянный каркас. 36-го года. Сергей, это не спецэффекты, это эффект дополненной реальности. О. Темное помещение с круглым столом. Ребята, смотрите. Я чувствую себя как в бандитском фильме. Сейчас мы будем завоевывать вселенную. Ой, посмотрите, легкие шторы и главный балкон. Безусловно, здесь у нас сейчас... Вот яма детеныш, она выглядит так. А это яма прям отец. Или яма мать, я не знаю. Вот последний Однако, бой. Однако, увидев земляные укрепления, то есть англичане, французы было три наступления. Были ограничиться в пока мае, что только в июле и в артиллерийским огнем. Французов всего было 16 тысяч, показывает, что они а наших солдат было 1500. Колоссальные. И при этом мы смогли отстоять свою победу.